Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня букс без вложений. Он больше подходит для любителей криптовалюты, так как здесь собираем биткоин Сатоши. Так вот он выглядит. Уже здесь 26 713 пользователей, довольно-таки много. Букс платит, так как мой партнер по бизнесу вчера вывел отсюда сколько, 69 тысяч биткоин Сатоши, по-моему, так. Значит, хочу показать вам регистрацию. Так, регистрацию хочу вам показать. Так, да, нет. Регистр. Это мой логин. Я хочу вам показать регистрацию. Значит, буду так. Регистр. Прописываете полное имя. Далее. Ну, так буду скакать. Так. Пин-код четырехзначный нужно прописать. Далее логин. Пароль, повтор пароля. А, логин, да. Пароль, повтор пароля. Электронная почта. Нажимайте регистрация. Я же войду в кабинет. Не удается мне показать вам регистрацию. Ну, там ничего сложного. Переведете на русский, потом опять на оригинал. Вот. Так. И как бы мне тут еще немножечко путаюсь. В этом буксе. Так. Это я попала не туда. Возвращаюсь. Так, вот сюда нажимаю. Так. Как бы мне попасть на страничку свою? Так, сейчас я... Так, ага. Аккаунт. И опять я сюда попала. Так, немножечко я путаюсь еще здесь. Так. Сейчас сюда попробую нажать. Так. Так, это меню убирается, показывается. Так, попасть бы к себе на страницу. Опять я здесь. Так. Угу. Так. Давайте сюда нажму VIF. Это не туда я попала. Как бы мне попасть на страничку себе? Так, сюда нажмем. Угу. Значит, нажимаем Mine Account. Сейчас попаду теперь уже к себе точно. Так, вот Mine Account. И вот я попала к себе в аккаунт. Значит, я вот здесь уже заработала 71 сатоши. Значит, сразу хочу показать, где находится партнерская ссылочка. Вот реферал. И вот здесь вот, где человечек находит, нажимаете сюда. И находится вот партнерская ссылочка. Так. Здесь баннеры, если надо будет. Далее, что... Майн аккаунт, вот это аккаунт статистика здесь будет, вот наша находится. Как бы вот баланс. И на чем мы здесь будем зарабатывать. Ставлю опять оригинал. А я не переводила. Значит, вот здесь вот эту можно сбоку вот здесь earn. Но здесь как-то я путаюсь. Вот вверху раз, два,
3 заработка. Плюс еще будет даваться нам бонус. Значит, нажимаем сюда. И просматриваем ссылочки. Вот 20 сатошиков. Нажимаем на синюю вкладочку, вот на эту. Нас перебрасывает на страничку. Сейчас загрузится страничка. И вот здесь вот идет отсчет времени. Смотрите. Секунды. Вот у меня сейчас 10. Вот пошло. Надеюсь, видно всем. Сейчас закончится отсчет времени. Дадут 20 биткоин-сатошиков. Так, давай быстрее. Все, просмотр засчитан. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть. И next. Вот. Нажимаю опять. Страничка перезагружается. И новая рекламка. И опять на синенькую. И опять нас перебросит на страничку. Это первый вид заработка. Следующий вид заработка. Вот нажимаю вот сюда. На вторую. Так, здесь уже по одной сатошике. Здесь как у нас? Значит, разгадываем капчу. И вот сюда на синюю вкладочку. Ну, здесь вот мало дают. Нас перебрасывают на страничку. Загружается. Вот сейчас шкала загрузится. Hello everybody, Dan Bradbury here. I am the owner of Polaris Universal. Well, I'm one of the joint owners of Polaris Universal, that is the company that owns my daily 1% per day. Загрузила шкала. 125% on the patch. Все, если надо, перейти на веб-сайт, и мы закрываем. Так. И опять нажимаем Next. И по новой как бы опять мы проходим. Разгадываем капчу и нажимаем на синюю вкладочку. Третий вид заработка. Вот третья вкладочка. Нажимаю. Здесь просмотр рекламки. Здесь 27 рекламок на 256 биткоин-сатошиков. Давайте коротенько посмотрим. Надеюсь, чтобы... Так, сейчас микространичка загрузится. Ну, вот 5 сатошек. Вот здесь вот по 30 сатошков, 20, 10 и как бы на уменьшение. Нажимаем, перебрасывает опять на страничку. Опять загружается шкала. Она быстренько сейчас загрузится. Опять закрываем. У нас опять на домашнюю страничку. Вот. Три вида заработка. Плюс бонус. Бонус здесь дается как бы за активность. Чем больше мы здесь зарабатываем, тем больше нам как бы бонуса. Здесь уже сами прочтете информацию. Так. Мне пока, наверное, нет бонуса. Ага, 0%. Как я только что зашла. Можно перевести это все на русский и прочесть. Так, ну что здесь? В принципе, я основное все рассказала. Так. Аккаунт нажимаю. И вот у меня уже 97 биткоин-сатошиков. Здесь вкладочка Виндрав. Минимальный вывод отсюда 20 тысяч биткоин-сатошиков. Так, когда будет что, будем выводить. Так, ну, рефералы я сказала. Здесь еще есть Affirval. Это уже сами посмотрите. Ну, вот, погуляйте по кабинету, как бы это все можно. Есть еще что? Вот, вопросы-ответы.
Я тут посмотрела, почитала, что вывод здесь, как бы депозит делать не обязательно, чтобы выводить. Вывод без вложений. Вот минимальный вывод, как я уже сказала, 20 тысяч биткоин-сатошиков. Кому интересно, пользуйтесь. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.